Сегодня мы отправились в Золотое кольцо Витебска Двина для того, чтобы попробовать самостоятельно из глины сделать петушка. Новый год будет годом петуха, и этот символ должен обязательно быть в вашем доме. Фигурка самого петушка – это очень традиционное искусство гончарства и лепки свистулечек петушков. Поэтому глина – это вообще это самый древний вид народного искусства. Я сейчас вам покажу, как можно вот из такого кусочка глины, казалось бы, бесформенного, мы с вами изготовим два вида сувениров. Это подвесочка и скульптурка. Мы берем кусочек глины, глина подготовленная, пластичная, и раскатываем. Наверное, каждая хозяйка знает, как раскатывается тесто. И глина приобретает у нас форму петушка. Мы берем ножички, у нас специальные керамические, и все лишнее мы убираем. Гипсовая форма используется для того, чтобы мастер мог показать не одному человеку мастер-класс, а многим. И чтобы каждый мог попробовать вот это свойство глины, пластичность. Людмила Николаевна, а могу ли я попробовать, получится ли у меня? Конечно, безусловно, можете попробовать и получится, потому что этот мастер-класс разработан для самых, даже неподготовленных людей. А если у них еще есть художественный вкус, то это получится произведение искусства. Знаете, в Новый год у нас в центр приходят целые делегации детей, которые у нас посещают елку. Им хочется попробовать традиционные материалы, такие как глина, соломка, лоза. Поэтому мастер думает о том, как сделать так, чтобы попробовал каждый. И вот, пожалуйста, мы сделали такой оттиск. Вот сейчас произойдет волшебство. Мы берем и глинку как бы отделяем от самой формочки, и вот она приобретает, видите, форму петушка. Не знаю, насколько профессионально, но за несколько минут и я смогла сделать красивого новогоднего петушка. Поэтому всем советую прийти и попробовать сотворить свое маленькое счастье перед Новым годом. Приглашаем вас на наши мастер-классы, которые вам подарят минуты радости к Новому году. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.